В подмосковном парке «Патриот» буквально в эти минуты стартуют армейские международные игры. Масштабные соревнования с участием военных из 19 стран. Еще 11 государств в этот раз прислали своих наблюдателей. Полевая, воздушная, морская выучка. Борьба развернется на 20 полигонах. Причем, в отличие от предыдущих лет, не только на российской территории, но и в Казахстане. Технику многие привезли с собой. Одна только китайская команда доставила 2 эшелона с танками. Возможности многотонных машин будут демонстрировать во время танкового биатлона, который так полюбился многим зрителям. Продлятся армейские игры до 13 августа.